Японский миллиардер Дэн Фуджита привез Макдоналдс в свою страну со словами: «Если мы будем есть гамбургеры и картошку 1000 лет, мы станем выше, наша кожа побелеет, и из брюнетов мы превратимся в блондинов». Но он ошибался. На самом деле японцы, как и все прочие клиенты Макдоналдс, всего за несколько лет превращаются в толстяков. 54 миллиона американцев страдают ожирением, 6 миллионов супержирны, они весят больше нормы на 45 килограмм. Ни одна нация в истории не толстела так быстро. Итак, это ужасные факты о Макдоналдс. Поехали! Коровы. Пресса любит смаковать истории о жизни фастфудовских коров, которых кормят не травой, как положено, а зерном. Мол, благодаря этому животное быстро набирает вес, да и мясо становится жирнее, чем в обычных условиях. Книга «Fast Food Nation» поведала миру чуть больше. Ее автор Эрик Шлоссер утверждает, что коров этих кормят другими животными – бренными останками других коров, овец, лошадей, кошек и собак, а в качестве приправы – куриный помет вместе с опилками из курятников. Ну как, аппетит разыгрался? Свободная касса! А мы продолжаем. Ежи. Макдоналдс заботится о ежах. Правда, после угрозы от Greenpeace, но все же. Как заявили зеленые, ежи обожают фирменное мороженое Макфлури. Достается им немного, лишь остатки на дне стаканчика. Но не беда, можно засунуть туда голову, а вот обратно уже никак. Ну, это как лампочку проглотить. И что же делать? Конечно, можно призвать народные массы не выкидывать тару куда попало. Можно изменить форму стаканчиков. Но нет же, алчный клоун Роналд не пожелал бесплатно кормить несчастных животных. Наоборот, сделал отверстие в крышке поменьше. Видимо, теперь ежи умирают от недостатка мороженого. Персонал. 2/3 всех работников сети быстрого питания нет 20. Они работают за очень маленькую плату, выполняя простые операции. Среди работников много подростков из бедных семей и иммигрантов. Травматизм у молодого персонала в 2 раза выше, чем у взрослых. Каждый год калечится в своих кафе 200 тысяч человек. Текучка кадров в фастфуде до 400%. Типичный работник уходит из кафе уже через 4 месяца. Маленькая зарплата и отсутствие защиты труда подменяется созданием духа команды у юных работников. Менеджеров Макдоналдса уже давно учат, как грамотно хвалить подчиненных и создавать иллюзию их незаменимости. Ведь это дешевле, чем повышать зарплату. Дети. В Макдоналдс применяют систему привлечения через детей. Детские игровые площадки, проведение дней рождения по очень гуманной цене, раздача маленьких бонусов малышам. Но, наверное, самый яркий пример – это Happy Meal, в который помимо обычного гамбургера, картошки и напитка добавляется небольшая игрушка, и все это упаковывается в яркую коробку. Игрушки чаще всего выпускаются сериями. Если серия пришлась ребенку по нраву, то не исключено, что придется купить ее всю, а значит 8 раз сходить в Макдоналдс. Женщины. На работу в Макдоналдс вряд ли возьмут симпатичную девушку, а если и возьмут, то попытаются ее как можно больше изуродовать. Девушкам не разрешают делать заметный макияж, носить украшения, пользоваться духами, отращивать и красить ногти. Это объясняется тем, что в 70-х годах прошлого века в Макдоналдс работали только мужчины, но феминистки добились работы на равных правах, и это требование сильно опечалило руководство. Поэтому было принято решение не нанимать красавиц, а всех прочих одеть в мужскую форму. Носить юбку разрешается только девушкам, дослужившим до старшего менеджера. Аромат. То, что в маках используют пищевые добавки, усилители вкуса, ни для кого не секрет. Дело в том, что все продукты поступают в точки продаж Макдоналдс уже готовыми и порезанными, даже соленые огурцы, а картофель и котлеты – предварительно замороженными. Во время обработки продуктов, консервации и заморозки вкус естественной еды убивается, и без пищевых добавок уже никак не обойтись. Отсюда и запахи готовящейся еды устойки – это просто ароматизаторы. Их 3 штуки – жареный бекон и лук, жареная картошка, свежий хлеб. Хочу порекомендовать вам автомобильный канал «Привет, тачка». Не жалея ни себя, ни машины, авторы в реальных условиях проверяют дорогие автомобили на прочность. Создается впечатление, как будто ты сам сидишь за рулем. Подписывайтесь, ссылка на экране и в описании. А на этом сегодня все. Моя мастерская, твое настроение.